В пищевой и комбикормовой промышленности важную роль играет очистка сырья. Извлечение из зерновой массы инородных примесей не только обеспечивает качество готового продукта, но и продлевает срок службы всей технологической линии. Очистка значительно повышает эффективность работы сушильного и транспортного оборудования, продлевает срок хранения зерна и повышает его рыночную стоимость. Как правильно подобрать оборудование для очистки зерновых? На этот вопрос поможет ответить компания «Мелинвест» – опытный производитель техники для переработки и хранения зерна. Долговечное, современное, легкое в управлении, адаптированное к реальному сырью. Наше оборудование позволяет сельхозпроизводителю получать прибыль от продаж зерна высоких классов и зарабатывать на обслуживании других производителей зерна. По оценкам экспертов, средняя засоренность зернового материала в России около 12% при средней влажности 22,5%. Таким зерно поступает с полей на обработку. Для приема зернового материала с поля наиболее широкое распространение получили скальператоры или ворохоочистители, предназначенные для грубой очистки зерна от крупных, случайно попавших примесей. Они незаменимы, например, при подработке масличных культур, так как без предварительной очистки производительность сушилки и машин для дальнейшей очистки может значительно пострадать. Принцип работы скальпиратора заключается в последовательной очистке зерна от крупных примесей. Исходная зерновая смесь равномерно через приемный патрубок поступает по лотку, футированному листом или покрытому полимером, внутрь сетового барабана. Проходя через его отверстие, зерно освобождается от крупных примесей, выводится из машины и подается на последующую очистку. Конструктивные особенности. Легкая замена сетового барабана на барабан с меньшей или большей ячейкой. Производительность от 30 до 180 тонн в час. Эффективность отбора от крупной примеси до 100%. Небольшая мощность электродвигателя, а значит низкое потребление электроэнергии. Прочный цельнометаллический барабан из листовой стали. Возможность подключения к общей аспирационной сети. Низкая металлоемкость. Компактные габаритные размеры. Возможности новых моделей скальператоров, хотя правильнее будет называть их ротационными сепараторами. БЗО М и 2М выходят за пределы машин для предварительной очистки. Данную машину можно использовать для первичной и даже семенной очистки. Так на одной машине можно выполнять следующие операции. Отбор крупной и мелкой случайно попавшей примеси. Отбор мелкой фракции. Отбор легких примесей. Калибровка зернового материала по геометрическим размерам. Разделение зернового материала по культурам. Как правило, после предварительной обработки в скальператоре зерно попадает в сушилку. Однако, если зерно сильно загрязнено, то мы рекомендуем дополнительно использовать машины первичной очистки. Сепараторы BIS и BLS, надежно зарекомендовавшие себя не только в России, но и за рубежом. Назначение данной группы машин сводится к очистке зернового материала от крупной, мелкой, мелкодисперсной аэроотделимой примеси, калибровке зерна и доведению его до элеваторной кондиции. Засоренность не более 1-2%. Такое зерно способно долго храниться без порчи и потерь. Сепараторы типа BIS и BLS производят отбор крупной примеси на сортировочных ситах, расположенных в верхней части кузова. После этого материал самотеком попадает на подсевные сито, где происходит отбор мелкой сорной примеси. Далее зерно проходит через пневмоканалы, где продувается восходящим воздушным потоком и освобождается от пыли и легких примесей. Производительность сепараторов марки BIS и BLS может достигать 200 тонн в час. Такая высокая производительность возможна благодаря инженерным ноу-хау. Дело в том, что зерновой материал совершает по ситам невозвратно поступательное, как это обычно бывает у машин других производителей, а круговое поступательное движение. Это значит, что зерно проходит более длинный путь, а эффективность очистки увеличивается. Такое конструктивное построение позволило добиться высокой производительности при малых габаритных размерах и массе. Удобство и простота эксплуатации всегда были присущи оборудованию торговой марки «Мелинвест».
Сепараторы BIS и BLS не исключение. Их конструкция позволяет легко менять решета для различных культур. Для очистки рамок вместо громоздких и сложных механизмов применяются резиновые шарики, прыгающие по сетчатым фордонам. Этот способ эффективно работает именно при круговых колебаниях ситовой поверхности. Для очистки от легких и аэроделимых примесей сепараторы подключаются к пневмоканалам. В некоторых случаях пневмоканалы можно заменить аспираторами с замкнутым циклом воздуха БДЗ. Аспираторы БДЗ устанавливаются непосредственно после сепарирующих машин. Технологический процесс работы аспираторов. Исходная смесь через приемный патрубок самотеком поступает в приемную камеру, в которой равномерно распределяется по всей длине. Затем продукт попадает в пневмосепарирующий канал, где продувается восходящим потоком воздуха, создаваемым диаметральным вентилятором. Аэродинамические легкие примеси захватываются воздухом и поступают в осадочную камеру. Оттуда мусор выводится при помощи шнека. Очищенный продукт выгружается из аспиратора через выпускной патрубок. Воздух, освобожденный от примесей, вновь засасывается вентилятором и используется повторно. Таким образом, воздушный поток движется по замкнутому циклу, что существенно экономит потребляемую электроэнергию. Порой хозяйству требуется вторичная очистка зернового материала. Она может быть организована с помощью технологической группы – скальпиратор, сепаратор, сепаратор. При этом сепараторы имеют решета с разными отверстиями. При необходимости очистки зерна от сорных семян второй сепаратор в данной технологической линии может быть также заменен на триерный блок. Машину для отделения примесей, отличающихся длиной от зерен основной культуры. Блок выделяет короткую, например, куколь, гречишку, дробленое зерно и длинную примеси, такие как овсюк и солома. Без внимания завода «Мелинвест» не остались и семеноводческие хозяйства. Для них мы предлагаем такие зерноочистительные машины, как концентратор БЗК и пневмостол. Эти машины используются для классификации зерна по удельному весу, крупности и плотности и отбирают зерна с наибольшим количеством эндосперма для семенного материала. Ежегодно компания «Мелинвест» строит или оснащает оборудованием десятки зернокомплексов. Конструкторы компании «Мелинвест» помогут грамотно организовать технологический процесс и выбрать из широкого перечня зерноочистительных машин именно те, которые подходят для решения задач вашего хозяйства. При необходимости специалисты завода выезжают непосредственно на место, чтобы сделать привязку оборудования, провести пусконаладку и обучение персонала. Главные факторы выбора продукции ОАО «Мелинвест» – подтвержденное качество, долговечность, низкое энергопотребление и высокая продуктивность. Все машины отличаются повышенной износостойкостью нагружаемых элементов, простотой обслуживания и адаптацией к российским условиям. Кроме того, наше оборудование включено в государственный реестр сельскохозяйственной техники, предоставляемый в лизинг. Многие российские и зарубежные компании уже оценили качество оборудования и профессионализм работников предприятия «Мелинвест». Будем рады видеть и вас в числе процветающих сельхозпроизводителей.